Смотрите сегодня в программе. Heroes of Might and Magic 5 – стратегия пошаговая, и за каждый ход вы вольны совершить как минимум два судьбоносных действия – передвинуть подопечных героев и отгрохать какие-нибудь ценные постройки в городах. Волевым решением создатели игры вернули классический недельный цикл, на котором строилась вся схема набора армии в прошлых частях. Геймплей Spellforce 2 не очень сильно отличается от предшественницы. Старую, проверенную временем концепцию разработчики подмешали множество новых карт, монстров, предметов и прочих не очень важных, но приятных мелочей. Число доступных игроку рас возросло до 9. Люди, эльфы, гномы, тролли, орки, варвары, темные эльфы, горгульи и тени. Вся игра — это воспоминания Риддика о времени, проведенном им в тюрьме Батчер Бэй, задолго до событий обеих кинокартин. С фильмами Escape from Butcher Bay связывает лишь общая стилистика да два персонажа — сам Риддик и знакомый по фильму «Черная дыра» наемник Джонс, который как раз и привез его в Батчер Бэй в надежде на выкуп. Несмотря на уверенность Джона Кармака в успехе своего детища, надо признать, что с третьим домом разработчики из ID Software играли на неизвестном им поле. Все мы прекрасно знаем, что это компания, которая умеет создавать отменные технологии. Привет! Это программа ФАК, и я ее ведущий Борик Ротор. И сегодня я продолжу отвечать на ваши вопросы об играх. У нас с вами уже давно появились свои культовые сериалы и игры, которые являются эталоном своего жанра. Именно таким эталоном является пошагово-стратегический сериал под названием Heroes of Might and Magic, первая часть которого появилась на свет в бородатом 1995 году. Простой на первый взгляд геймплей таил в себе бездну тактических возможностей, и каждый участник сражения мог выбрать свой неповторимый стиль игры. Кроме всего прочего, Heroes of Might and Magic отличалась волшебной атмосферой настоящей сказки. Непонятно как, но уже в те дремучие времена 256-цветных мониторов New World Computing удалось вылепить столь совершенный и прекрасный мир, что остается только удивляться. Затем появилась вторая, по мнению некоторых, лучшая часть сериала. А потом уже вышла культовая Heroes of Might and Magic 3, в которую и поныне играет куча народу. А завершилась эпопея выпуском Heroes of Might and Magic 4, игры, зачаровавшей буквально всех и каждого. А уж подлинные фанаты серии так и вообще почувствовали себя, мягко говоря, обманутыми. Миссия возрождения героев из пепла легла на плечи разработчиков из орденоносной студии Neval Interactive, на счету которых уже было несколько проектов самого что ни на есть высшего класса. На российском рынке в официальной продаже игра появилась 19 мая 2006 года. Рекомендуемые требования. Процессор 2,4 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, 256 МБ видео и 1,5 ГБ на жестком диске. Прежде чем пропеть заслуженные дифирамбы графической составляющей Heroes of Might and Magic 5, которая меня чертовски впечатлила, расскажу о том, как, собственно, все это играется. В самом начале шоу в вашем распоряжении есть город, в котором практически ничего не построено. Хилый герой с парой десятков слабеньких солдат и немного ресурсов в закромах Родины, на которые вы можете возводить новые здания и нанимать войска. Ресурсы полностью перекочевали из прошлых серий. Heroes of Might and Magic 5 – стратегия пошаговая, и за каждый ход вы вольны совершить как минимум два судьбоносных действия – передвинуть подопечных героев и отгрохать какие-нибудь ценные постройки в городах. Схема развития города избавилась от странных нововведений четвертой части. Теперь вы просто возводите желаемые здания одно за другим. Система развития армии тоже предельно классическая. Строите необходимые здания и получаете возможность вместо простых лучников нанимать арбалетчиков, а вместо рядовых грифонов – королевских. Надо сказать, что все здешние карты сделаны отменно, и путешествовать по ним одно удовольствие, так как все они буквально под завязку забиты всяческими полезностями и встречами с интересными персонажами. Волевым решением создатели игры вернули классический недельный цикл, на котором строилась вся схема набора армии в прошлых частях. В-четвертых, героях разработчики зачем-то сделали рождение войск ежедневным, из-за чего герои постоянно толкались рядом с городами. Обратите внимание и на то, что простые солдаты снова не могут передвигаться самостоятельно, а только в составе армии героя. Сражение — это еще одна сторона Heroes of Might and Magic, о которой необходимо поведать. Однако, опять-таки, для ветеранов геройского сериала все знакомо и привычно. По-хорошему, историю сериала можно смело
отсчитывать с момента рождения на свет в 1990 году игры King's Bounty, которую, во-первых, слепили граждане из New World Computing, а именно они ответственны за появление Heroes of Might and Magic. А во-вторых, уже в King's Bounty была заложена та самая концепция геймплея, которая жива и по сей день. Как бывалый ценитель всего сериала Heroes of Might and Magic, могу со всей уверенностью утверждать, что пятые герои уже сейчас выглядят как игра нашей с вами мечты. Есть еще одна особенность в игре, которая была во всех предыдущих частях, кроме четвертой. Существует так называемая транспортная цепочка, когда герой номер один может на своем последнем ходе передать все свои войска другому герою, а тот, в свою очередь, следующему, и так несколько раз ходит через всю карту. Еще один момент. В пятой части героев нельзя выйти в меню и сохранить игру во время битвы, как это было в четвертой. И пока что не очень понятно с описанием всех умений и значениями артефактов. Игра только что вышла, так что играйте, товарищи, и делитесь опытом на нашем форуме. Серия Spellforce – пример того, как надо правильно скрещивать жанры. Тут и РТС в достатке, и РПГ-элементы есть. Успешная, в общем, игра, которой обязательно стоит сделать продолжение. Так и поступили разработчики из Phenomic. Сначала один за другим последовали два скороспелых аддона, ну а теперь настало время для полноценной второй части. Разработана игра компанией Phenomic, издатель Джо Вуд Интерактив. В официальной продаже игра появилась 26 апреля 2006 года. В этом же году планируется выпустить русскую версию. Геймплей Spellforce 2 не очень сильно отличается от предшественницы. Старую, проверенную временем концепцию разработчики подмешали множество новых карт, монстров, предметов и прочих не очень важных, но приятных мелочей. Число доступных игроку рас возросло до 9. Люди, эльфы, гномы, тролли, орки, варвары, темные эльфы, горгульи и тени. Сюда же можно добавить нежить и диких полузверей-полулюдей, которые будут выступать исключительно в роли противников. На прохождение кампании, по словам разработчиков, уйдет не менее 50 часов. И это, я полагаю, еще без учета обязательного для подобных игр сохранений загрузок. Рекомендуемые системные требования к игре. Процессор 2,5 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, 256 МБ видео и 5 ГБ на жестком диске. Больше всего новинок ожидает нас в РПГ-части игры. Например, аватарам теперь доступно около сотни различных способностей. Зоопарк героев, которыми игроку предстоит укомплектовать свой боевой отряд, тоже пополнился новыми персонажами. Серьезно переработан искусственный интеллект. Теперь электронные болваны даже умеют самостоятельно строить базу, что, как известно, было им не по зубам и их коллегам из первой части. Это, кстати, пошло на пользу мультиплееру, где, наконец, появился режим «Игроки против компьютера». К слову, теперь в многопользовательских баталиях аватары и герои станут получать новые уровни и артефакты. Заметно улучшилась и графика, причем на системные требования это не повлияло. Они, как и раньше, останутся очень демократичными. Картинка радует глаз тщательной прорисовкой. Сделана не просто красиво, но еще и с любовью. Текстуры четкие и сочные. Модели состоят из приличного числа полигонов и выглядят очень аккуратно. Впечатляет внимание Phenomic к мелочам. Травка, кустики, цветочки и прочий высокохудожественный мусор буквально переполняют каждый кадр. Глаза в Spellforce точно не заскучают. Да и не только глаза, как мне кажется. Первая часть была потрясающе увлекательна, и вторая не хуже. Линейность сюжета – вот истинный изъян Spellforce 2. Почему нельзя выбирать между хорошим и плохим? Взамен подлинной свободы игрокам подарили небрежно выполненную декорацию. Большинство миссий укладывается в форму «пойди туда-то, убей того-то». Хотя бывают и приятные исключения. Детективы могут попробовать вскрыть сундук беспечного купца, проследить за зловещими сектантами или перетереть темы с паханом столичных варюг. Если забыли задание, читайте дневник, там все расписано. Разработчики не хотят, чтобы какой-нибудь Боб или Джордж из солнечной Аризоны скандалил на официальном форуме из-за непроходимого квеста. Все-таки в Spellforce 2 играть не скучно. Хороший сюжет держит в напряжении до самого конца. Тем, кто умудрился прозевать первую серию, можно только завидовать. У вас практически не будет претензий. А теперь несколько советов по прохождению игры.
У некоторых игроков возникает вопрос об одном из первых квестов, в котором надо воскресить сестру героя. На экране слева сверху под портретами героев находится кнопка с умением воскрешать. Нужно выбрать сестру и потом нажать на эту кнопку. Кто-то из двух героев ее воскресит. В некоторых миссиях для выполнения квеста нужно говорить с определенными персонажами, но они не хотят с вами разговаривать. Это баг, связанный с сохранением игры. Загрузите автосейв при переходе на новую карту и начните заново уровень. Для исправления бага установите патч. Смотрите во второй части программы. Вся игра — это воспоминания Риддика о времени, проведенном им в тюрьме Батчер Бэй, задолго до событий обеих кинокартин. С фильмами «Escape from Butcher Bay» связывает лишь общая стилистика да два персонажа. Несмотря на уверенность Джона Кармака в успехе своего детища, надо признать, что с третьим «Думом» разработчики из ID Software играли на неизвестном им поле. Смотрите во второй части программы. Вся игра — это воспоминания Риддика о времени, проведенном им в тюрьме Батчер Бэй, задолго до событий обеих кинокартин. С фильмами «Escape from Butcher Bay» связывает лишь общая стилистика да два персонажа. Несмотря на уверенность Джона Кармака в успехе своего детища, надо признать, что с третьим «Думом» разработчики из ID Software играли на неизвестном им поле. Если бы существовала рубрика «Сюрприз года», то в 2004 году в нее обязательно попала бы игра «The Chronicles of Riddick – Escape from Butcher Bay». Кто бы мог подумать, что игра, разработанная компанией, которая совсем недавно отличилась плохенькой «Knights of the Temple» и основанная на фильмах, единственным достоинством которых является сам Вин Дизель, станет одним из лучших экшенов года и с легкостью заткнет за пояс «Doom 3». В том-то и дело, что никто. Игра разработана компаниями Starbreeze Studios и Tygon Studios. Научные горьким опытом своих коллег, промышляющих играми по фильмам, Starbreeze постарались максимально отойти от первоисточников. Вся игра — это воспоминания Риддика о времени, проведенном им в тюрьме Батчер Бэй, задолго до событий обеих кинокартин. С фильмами «Escape from Butcher Bay» связывает лишь общая стилистика да два персонажа. Сам Риддик и знакомый по фильму «Черная дыра» наемник Джонс, который как раз и привез его в Батчер Бэй в надежде на выкуп. Киношные корни игры ощущаются с первых кадров. Постановка скриптовых сценок и операторская работа заслуживают аплодисментов. Таких кинематографичных роликов не было со времен Silent Hill 3. К озвучке персонажей подключили звезд мировой величины. Рона Перлмана, фирменный Hellboy, «Чужое воскрешение», Blade 2, Коула Хаузера из фильмов «Черная дыра», «Папарацци» и «Двойной форсаж», известного рэпера Экзибита и, разумеется, самого Вина Дизеля. Действующие лица второго плана озвучены ничуть не хуже. Чего только стоит гундосящий тип с перебитым носом, который встречается в самом начале игры. Лучше всех получился, конечно, сам Риддик. Умный, эгоистичный, никогда не теряющий чувство юмора, уверенный в себе, но знающий свои возможности. Лучшим экшен-героем, точнее, антигероем современности, его называют отнюдь не зря. Рекомендуемые системные требования к игре. Процессор 2,6 ГГц, 512 МБ оперативной памяти, 128 МБ видео и 4,5 ГБ на жестком диске. Сюрпризы начинаются уже на старте игры. Перед самыми воротами тюрьмы Риддик ломает Джонсу шею и ударяется в бега. Пятиминутный променад по коридорам и вентиляционным шахтам тюрьмы, в ходе которого игрока обучают основам игры и боевой системы, заканчивается самым неожиданным образом. Риддик просыпается, и мы понимаем, что это был всего лишь сон. Но, черт возьми, так изящный тьюториал не преподносил еще никто. Батчер Бэй оказывается местом крайне негостеприимным. Пожалуй, еще никто и никогда не воссоздал тюремную атмосферу так убедительно и в таких жутких подробностях. Тюремный блок «Б», куда помещают Риддика, состоит из нескольких коридоров и пары десятков одинаковых камер, но пробирает не по-детски. Дьявол, как обычно, кроется в деталях. Тусклый свет лампочек, крики, доносящиеся из запертых дверей камер, истертые тысячами ног полы, заляпанные кровью и испещренные граффити стены. Но самое главное — это персонажи. Их можно и нужно ставить в пример любой РПГ. За всю игру вы не найдете ни одного заключенного с одинаковым именем, характером, физиономией и голосом. We'll be right back.
Escape from Butcher Bay никто не ждал ни на PC, ни на Xbox. И там игра произвела эффект разорвавшейся бомбы. Поддавшись первому впечатлению, отдельные товарищи тут же поспешили назвать ее лучшим экшеном года, поставив Half-Life 2 на второе место. Все дело в разнице между желаемым и действительным. От Half-Life 2 ждали полной безупречности во всем и вся. А от Escape from Butcher Bay не ждали абсолютно ничего. Отсюда и неизменное восторженное впечатление от игры. Это, безусловно, шедевр. Но тягаться ему с Half-Life 2 все-таки не по силам. Опасного оружия нет, есть только опасные люди. Даже без оружия Риддик остается смертельно опасным. Удар слева и справа — это два хлестких удара. Наносят средний урон, но зато быстро проводится. Удар с локтя и апперкот — мощная, но медленная комбинация. Нужно ловить момент, когда противник откроется. Попасть труднее, зато гарантированно оглушите противника. Голыми руками можно убить человека и с одного удара. Подкрадитесь сзади на корточках и зажмите правую кнопку мыши. Риддик обхватит жертву руками. Теперь жмите левую кнопку мыши. Через пару секунд Риддик сломает жертве шею. Или вонзит в нож в бок, смотря что в руках. Второй способ труднее. Когда враг начинает наносить удар, нажимаете левую кнопку мыши. Риддик перехватит руку противника и покончит с ним одним выпадом. Проведенная комбинация зависит от оружия противника. И последнее. Риддик, как заправский шпион Сэм Фишер, умеет убивать противника прыжком сверху. Дождитесь, когда охранник будет проходить под вами, и спрыгивайте с лестницы. Остальное Риддик сделает сам. Рассказывать о Doom 3 – занятие неблагодарное. Если заветные четыре буквы не говорят вам ровным счетом ничего, вы, очевидно, провели последнее десятилетие в звуконепроницаемом бункере. Если уже вы ждали третье пришествие великого экшена так же, как это делал я, то, скорее всего, игра пройдена вами вдоль и поперек. Мне остается только рассказать об игре тем, кто до сих пор в бункере. Несмотря на уверенность Джона Кармака в успехе своего детища, надо признать, что с третьим Думом разработчики из IDEA Software играли на неизвестном им поле. Все мы прекрасно знаем, что это компания, которая умеет создавать отменные технологии. Но никто ни разу не слышал, чтобы ID сумели хотя бы раз рассказать одну внятную историю. Кто сейчас помнит завязку Quake или Quake 2? Сюжет первого вообще хранился в куцом текста файле, который многие так и не удосужились прочитать. Так вот, с Думом 3 Кармак и компания пошли на риск, пообещали нам слишком много. К традиционной технической революции они божились присовокупить чуть ли не революционный геймплей и голливудский сюжет. Однако первые кадры игры ставят любого геймера в тупик. Безымянный солдат прибывает на Марс. Он проходит регистрацию, сталкивается в баре со своими сослуживцами, получает защитный костюм, табельный пистолет, фонарик и простейшее задание – разыскать пропавшего на базе ученого. Если после первых 10 минут у вас не возникает острого ощущения дежавю, то вы, должно быть, не играли в лучшую игру 1998 года по версии всего земного шара. Дело в том, что Doom 3 отчаянно напоминает не, собственно, первоисточник, а Half-Life. Завязки настолько похожи, что просто не веришь глазам. Здесь же эксперимент, вышедший из-под контроля, ваши коллеги, превратившиеся в зомби, и долгая дорога домой. Рекомендуемые системные требования. Процессор 2,8 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, 256 МБ видео и 2,5 ГБ на жестком диске. При виде первого зомби, который вываливается на тебя из темноты и нечленораздельно мычит, тут же забываешь про все бурчание, сказанное выше. Потому что, во-первых, страшно, во-вторых, атмосферно и, в-третьих, интересно. Все незамысловатое цитирование отходит на второй план, когда до тебя доходит, как тщательно выполнен Doom 3. ID Software, пожалуй, единственная студия на Земле, способная потратить столько времени на доведение своего продукта до зеркального блеска. И, конечно же, графика. С визуальной точки зрения Doom 3 — безусловный прорыв. Far Cry забывается сразу после вступительной заставки. Местные модели, детализация, текстуры, игра света и архитектура периодически заставляют забыть, как тебя зовут. Неприлично, чертовски красиво. При этом нельзя сказать, что нам показали что-то, чего мы не видели до сих пор. Просто все здесь выполнено на самом высоком уровне. Плюс какой-то совершенно запредельный уровень детализации окружающего пространства. Абсолютно все вокруг мигает, журчит, крутится и бликует. Я не видел ни одного помещения, снятого под копирку. Или одинакового механизма. Это потрясающая титаническая филигранная работа, практически ручная выделка. Здесь
Все как обычно в играх от ID Software. Мощнейший движок и великолепная графика. В игре каждый элемент продуман, все работает без изъянов. Может быть, я, конечно, плохо играл? Обстановка в игре заставляет полностью погрузиться в этот мир и стать его неотъемлемой частью. А теперь пара советов по прохождению игры. Пистолет Doom 3 — это универсальный агрегат, который пригодится на протяжении всей первой половины игры. Перезарядка пистолета происходит быстро, но не мгновенно, поэтому после каждого сражения потратьте несколько секунд на это полезное дело. Даже не думайте использовать дробовик, если между вами и целью больше 5-7 метров. Половина дроби улетит в молоко. Дробь любит крупных и неповоротливых врагов, толстых зомби и розовых демонов. Старый добрый автомат, 60 патронов в рожке. Скорость пуль стремится к бесконечности. Быстрая перезарядка и никаких проблем с разбросом. Все пули ложатся в точку на любом расстоянии. Не тратьте патроны зря на зомби, чертей и всех тех, кого можно уложить другим, более экономным способом. Иначе боеприпасов не хватит. Финальная битва. Кибердемон. Огромный рогатый с гигантской ракетницей вместо правой руки. Оружием товарища не взять, поможет только куб душ. Если он заряжен, выстреливайте душу в демону и бегите к кратеру. Он послужит вам укрытием и источником сверх душ. Чертей и личинок уничтожайте всем, чем хотите. Я советую пулемет. Сойдет и БФГ. Зарядов не жалеть. Постоянно двигайтесь так, чтобы между вами и кибердемоном были скалы, что в обилии растут вокруг кратера. На четвертый раз куб душ отпилит демону ногу, а это значит, что демон погиб. На сегодня это все. Пишите мне ваши вопросы и пожелания на адрес faq@muzdefistv.ru, и я обязательно отвечу. Играйте и выигрывайте. С вами был Борик. Пока.